Лютики-салютики, с вами голос Паши Лобанова, и Пуля Снегопада написал текст. И я вовсе не Пуля Снегопада, а он вовсе не я, мы два разных человека. Спасибо вам за понимание. Начинаем. Пишу, как одессит. Вот таких тупых комментариев у меня было не одна тысяча. Цитата. «Русь — это Киев, а Москва — это Московия. Московия не имеет отношения к Руси». Кавычки закрыты. Спрашивается, кто так людей зомбирует или проплачивает продвижение подобной глупости? И откуда она идет? Из зомбо-школы или из зомбо-ящика от инородных иудеев в политике? Если так, то этим зомбированным зомби нужно было бы в своей зомбо-школе лучше учиться, ведь по ее лживой программе кто Москву строил? Киевский князь Долгорукий. Я в историю не верую, ну, ту, которую в учебниках, но, оказывается, я ее знаю. Но ко мне приходят спорить, отстаивать школьные интересы те, кто в ней вообще присутствовал, чтобы козявки из своего носа вытягивать. То есть невнимательный человек, у которого даже в его мировоззрении знаний нет. Но отбросим эту лживую историю со лживой школьной программой. Скола. Ну, по-латышски школа и есть скола. Не буду исправлять, а лучше продолжу. Какие однокоренные слова идут от значения «Русь»? Русский, русич, русый и так далее. Что обозначает «Русь»? Очень просто. Светлое место. Место, на которое падает свет. Солнечный, естественно. LED-лампы явно не подходят под слово «Русь». Но это я о чем? Что однокоренные слова обозначают? Светлый человек. Что тут выдумывать? Русский, русич, русый. Все логично. Бритва Окаммы, господа. Вернемся к этим зомби. Что они пытались сказать? Что светлых людей нет в Москве? Не хочется мне обзывать. Но я прочитаю слово пули. Идиоты! Паразиты, зомбирующие людей и вкладывающие в умы глупость, искажение сути, трудятся топорно. Значит, примеры должны быть, и они у меня есть. В Африке есть такое же государство – Нигерия. Слово «Русь» у нас ничего плохого не вызывает, и в Африке слово «Нигерия». Но вот паразиты в умы вложили, что к Нигерии негры не имеют никакого отношения, как к Руси русские. То есть ловите этот идиотизм. Что такое это слово «негр»? Во многих языках это слово переводится «черный». Русский – это белый, негр – это черный. И эти два значения ввели в ранг оскорбления. По одной методичке отупили как черных, так и белых. Нас заставили даже свою кожу, черт возьми, ненавидеть. А на этом, пожалуй, закончим сей короткий рассказ. Пожалуй, не нашими прощаниями, а вашими размышлениями.